Пламенное желание сбывается. Завершается реконструкция ДК «Пламя». Раньше жителям Прибрежного, чтобы сходить в кино, приходилось ехать в Самару или Тольятти. Теперь здесь будет свой кинотеатр. Это единственный культурно-досуговый центр в поселке. Внутри здание уже полностью готово, фасад отстроен. Осталось благоустроить прилегающую территорию и провести уличное освещение. Зинаида Владимировна Шеремеева большую часть жизни провела в Прибрежном. Говорит, Дом культуры ремонтируют впервые, хотя зданию более полувека. Более 15 лет стоял разрушенным, даже не то что, брошенным. Поэтому и он нам так необходим был для того, что негде жителям собраться. Не то что там какие-то мероприятия, а вот где-то собраться, где-то побеседовать. Реконструкция ДК «Пламя» обошлась в 60 миллионов рублей. Обновленный Дом культуры оборудован по последнему слову техники. 3D-кинотеатр на 250 мест, большой хореографический зал, приспособление для людей с ограниченными возможностями здоровья. А здесь у нас пульт, нажимаешь кнопочку, это опускается, коляска закатывается, и для всех запасных поручни поднимается вверх по направляющей. Площадь здания почти 1500 квадратных метров. После реконструкции залы для хореографии, вокала и кинопросмотров стали просторнее. Дом культуры пришлось воссоздавать практически с нуля. Мы реконструкцию сделали вообще в полном объеме. От усиления фундаментов до изменения кровли, до усиления этажей. Поменяли вот входную группу. Примерно через полтора месяца подрядчики полностью закончат реконструкцию Дома культуры. Уже в сентябре ДК «Пламя» откроет свои двери для посетителей. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».